Просыпаюсь я. Короче, смотрите, что я вижу. Николь приготовила нам завтрак. Это она себе и Тёме приготовила, потому что она знает, что я ненавижу яйца. А вот что она приготовила мне. Бутерброды. Николька, какая молодец. Прям тостики. С сыром и с ветчиной. Вот чего я так долго хотела. Вчера я говорила об этом. Это детокс. Кстати, зеленый мой любимый. Здесь шпинат. Шпинат, ананас и лайм. Я его просто обожаю. Так, внимание, кто столкнулся с проблемой с такой, как у нас, когда собака боится грозы, а сейчас всю неделю будет гроза. Я заказала вот такие вот капельки на холку. No stress. Смотрите, если кому-то надо, имейте в виду. Так, в пачке идет 3 ампулы. И 1 ампулу нужно наносить раз в неделю. То есть на месяц этой упаковки хватит. Еще находка от меня. Очень классный автозагар. Очень тоненько и легко наносится. Он идет как увлажняющий лосьон после душа и придает такой оттенок легкого загара. Также у них есть из этой же серии капельки для лица. Вы разбавляете на ладошке 2-3 капли с любым кремом ежедневным, либо сывороткой. Я разбавила сегодня со своей любимой сывороткой. Кстати, у меня сегодня остался последний мой, моя последняя половинка. И я уже закончила курс увлажнения кожи. В общем, ну, речь не об этом. Речь о том, что вы разбавляете свой крем либо сыворотку с этими капельками и наносите на лицо. Это на лицо, это на тело. Опять же, кто не хочет заморачиваться, вы можете просто купить вот такую вот бадью. Она ей подходит и для лица, и для тела. Самое крутое, что она не ложится пятнами. В общем, приехали в детский мир на Лубянку. На сайте написано, что он открыт, а на самом деле он закрыт. И теперь мы едем в Кенгуру, а потом в магазин за продуктами. За продуктами, вернее. Ты спишь? Так вот я мыла посуду и накапала себе водой на живот. Девочки, помните, еще сегодня, даже сегодня, я хвалила сыворотку для лица, вот эту 7-дневную, где 7 ампул, и 1 ампулы хватает на 2 применения, на утро и на вечер. Так вот, там курс идет 7 дней ровно, и у меня стал такой вопрос. Что же делать после применения? Как сохранить этот эффект сияния на лице? Я написала в Спадрим, и мне порекомендовали крем для того, чтобы поддерживать вот эту вот свежесть лица. Потому что у меня после этих ампул реально выровнялся тон лица. Я вот без тоналки сейчас. Ну, лицо стало сиять, а тем более в мою беременность, когда у меня все тело пересохло, вы знаете об этом, я уже говорила. Эта вещь меня спасла. Короче, они мне сказали, что есть очень крутой крем. И я его заказала, и мне уже сегодня привезли, я вам чуть позже покажу. Итак, внимание. Это просто находка. Во-первых, вот эти ампулы, про которые сейчас идет речь. Я заказала себе еще 2 упаковки, я их буду делать раз в 2 недели. Так, 1, 2. Запомните, пожалуйста, эти ампулы, это действительно супер классная вещь. Придает сияние изнутри. Далее, когда вы заканчивайте этот курс, мы переходим вот на этот крем. Это дневной крем этой же фирмы, из этой же серии. И ночной крем этой же фирмы и этой же серии. То есть этот крем будет как раз-таки работать под эти ампулы, чтобы сохранился вот этот эффект сияния и свежести кожи. Потому что кожа... Ну, все, моя кожа уже не нуждается ни в каких тональных средствах, она полностью выровнялась и очень-очень красиво светится изнутри. Многие привыкли видеть, что если отмечается магазин, то это по-любому реклама. Девочки, это не реклама, я вам клянусь.
Я просто отмечаю эту цель для того, чтобы вы знали, где заказывать. Так вы можете это заказать вообще абсолютно на любом сайте, посмотреть, промониторить и посмотреть цены. Вы сами увидите, что в Сподриме действительно дешевле, экономнее. Плюс они еще и дарят каждому заказу всякие пробнички классные. Дальше, девчонки, смотрите, вот эта серия, да, она вот для интенсивного увлажнения, как я говорила, для сияния кожи. Но есть еще супер крема, мои любимые, неповторимые, несравнимые ни с чем. Это, конечно же, фирма Эльмис. Вот она. Но сейчас, так как я беременная, мне она не подходит. У меня кожа ее просто отторгает, не хочет ее и все. Вот эти крема, знаете, что делают? Они подтягивают кожу, причем они работают сразу. То есть вы наносите, а ваша кожа, но создается лифтинг-эффект. То есть она